Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, и у нас есть парочка интересных событий. Одно из них — это рапторы ударились, впервые у нас такой будет турнирчик. Ну, у нас еще остался невыполненный, даже, по-моему, два вот таких вот боя, ну, еще там посмотрим, что есть. Но перед тем, как мы продолжим, ребятки, не забудь подписаться на канал моего друга Реца, там ты сможешь найти видео прохождения игры Легенды Дракономании, также наш любимый мир юрского периода и другие мобильные игры. Подпишись и поставь лайк. Так, ну а мы посмотрим, что же эти рапторы у нас тут на кухне могут наделать. Так, вот этот наш турнир. Что у нас тут в подводном мире? Мегавкачанные. Мегавкачанные, но разнообразные, в отличие от постоянных артакантусов, артаконов. Но, пожалуй, стоит нам начать с рапторы в ударе. И это мне уже нравится, потому что, как я и говорил, я хочу, чтобы в игру ввели возможность изменять уровень своим динозаврам. Во время сражений онлайн, по крайней мере. Так, и вот рапторы прокачанные. Всегда приятно поиграть с раптором, допустим, если он на уровень легендарного. И будет, ну, нужно сделать противостояние, конечно же, раптор против Тирекса. Так, сейчас мы тут дойдем. Можно индоминуса взять какого-то дохленького. У нас есть вот такой вот танк. Этот вообще легко порвет всех. Ну, давайте пока что его брать не будем. Это будет совсем какая-то имба. Так, вот у нас есть Тирекс. Есть Тирекс и... Цератозавр и Тирекс. Ну, удар послабее, но жизни побольше, но плюс-минус где-то рядом по силе. Наш противник рядом с нами по силе. Это я имею в виду. Так, ну что. Цератозавр — это наша жертва. Наша, это как-то, дань на велоцираптором. Трам-пам-пам, трам-пам-пам. Вот так вот. Постараемся один на один сделать, да? Да. Ну, что-то какой-то совсем уж прямолинейный у нас велоцираптор берет и просто в тупую рубит. За это он поплатится. Кархародонтозавр, алозавр, гиганотозавр и акроконтозавр. Да, это у нас родственники, как мы узнали. Или, может, не узнали из прошлой серии. В общем-то, неважно. Кто в курсе, тот понял. Так, ну вот и все. Так, битва, дуэль, раптор против Тирекса. Но интриги здесь уже нет. Так, это был у нас первый бой. Второй бой. Круто, они растут. Давайте сейчас попробуем зарешать одним пахиком. Пахигалозавром. Ну, бьют они довольно больно. Могут, конечно, и пробить. Тут для подстраховки кого-то возьмем все-таки. Ну, пусть будет Таникалогреус. Но стараться будем, естественно, одним завалить. Нужно бить минимум 3 удара. 1, 1, 1, 1, 1200, потом 2. Не, надо 3 вместе бить. 1 плюс 2, наверное, не хватит. Так, ну мы чуть-чуть будем защищаться, чтобы массово с нас не сняли за один удар слишком много. Давай, раптор, атакуй. Молодец. Вот сейчас мы его и заберем. Так, у него будет на следующий ход уже 3 балла, наверное, так? Раз, два, три. Блин, не хватает, ребята. Блин, печалька. Думал, 3 хватит. Ну давай, атакуй. И я все равно тебя не смогу завалить.
Так, раз, два, три. Он поставил два в защиту, у него 4. Давай еще раз, на 4, на все. На 3 все-таки проатаковал. Ну, на этот раз нам хватит. Мы план выполнили даже очень легко, всего лишь капельку жизни потеряли. И раз, два, три, 4. И вот как раз тютелька в тютельку. Один в один в удар. Ничего не осталось у нас. Это было идеально. То, что доктор прописал. Так, и третий бой. Так, что, 3 раптора? А что третьего не добавили? Вот не пойму, почему. У нас в команде 3 было раптора. Почему у нас тут 2? Ну, они, конечно, уровнем растут. Ну, один индоминус это слишком много. Юдон тоже много. Надо взять кого-то попроще. Кого-то попроще взять. И Аламбию можно взять. Они будут бить по ней 1100, а она будет по ним бить меньше. Нет, это точно. Ох, так у нас тут, смотрите, какой крутой. Кстати, как по мне, напрашивается дуэль рапторов. Ну, наши, конечно, посильнее получаются рапторы. Ну, можно взять карника. Ну, блин, ну тут другого нету рядышком, ребята. Возьмем тогда двоих рапторов. Ладно, карнораптор и спинораптор. И спинника возьмем. Ну, понятное дело, у нас немножко перевес. Ну, не совсем немножко. Но тут главное увидеть их в сравнении, смотрите. Карнораптор, да, ну, даже не, вообще никак не превосходит по размерам велоцираптора. Можно немножко поагрессивничать. У нас есть преимущество. В жизни дадим преимущество в очках нашему врагу. Дадим ему возможность похитрить. Так, ну вот я спалил даже лишний балл. Даже не ожидал на такой вариант. 4, он за 3 меня пробивает без проблем. А я его за 2 легко пробиваю. Вот и все. Ну, удар зарешал спинораптора 1000. Ну, по размерам они одинаковые. То есть, ни спинораптор, ни карнораптор, как ни странно, не больше по размерам велосираптора, который на самом деле по размерам как ютораптор. Ну, вы поняли. Так, у нас набор близнецы. Рапторы-близнецы. А, ну теперь понятно, почему их двое, а не трое было. И 2 раптора нам дали. Прикольно. 2 супер редких диноса. Так, что, давайте попробуем теперь еще сдвиг ледников немножко порешать. 20 часов осталось. Так, кстати, тут тоже разнообразие у нас вполне себе неплохое. Хайнозавр пойдет. Он подменится. Там его встретит кто? А, вот эти 2 парнишки встретят. Нужно один раз укусить геозавра. Геозавр, если не ошибаюсь, родственник метриоринха нашего. Хотя в игре они абсолютно разные, да? Тоже, наверное, крокодиломорф. Ну вот, метриоринх. Все правильно, да. Он, у него просто название очень похоже на летуна, как на рамфаринха. То есть, потому что когда говоришь метриоринх, кажется, что нет, может, это я перепутал, это не амфибия, а летунчик. Но нет, все верно. Так, ну можно вот так вот сделать. Хотя я бы, наверное, и за 2 его пробил, но неважно. Прогнатодон очень красиво выглядит. Точнее, кормление прогнатодона в мире юрского периода выглядит вообще шикарно. Он там жрет акулу, как мозазавр. Атака на 3. Так, ну и я тоже давайте на 3.
Повержен. Так, теперь. Он ударил на один. Но мне его добить всего лишь осталось. То есть мне одного удара хватит, хоть он и три поставил бы защиту. А он ничего не поставил. Ну и Геозавра продолжает мотылять вот так вот, знаете, как будто бы он попался на крючок, и его тянут за катером. Такая у него немножко нелепая анимация. Так, ну и... Ух ты, Долли Харинхопс, ребята. Блин, Долли Харинхопс, я скучал за тобой. Липтек Леди тоже скучал за тобой. И даже скучал за Дункли Остайм, хотя они попадаются чаще. Это круто. Так, берем вот так. Он подменится на Дунки. Его там встретит. Пусть будет Платозавр. Я что-то люблю больше динозавра с большим ХП, чем с большим ударом. Вот Апатозавр мне по этой же причине нравится. Так, он подменится вот так. Ну, кого еще там взять? Ну, водного надо брать. Нету смысла брать рифового, потому что он будет против... Дунки будет против него силен. Хотя можно и взять. Ну, так, чисто. Для разнообразия, ребята. Ну у меня там еще три боя есть вот тех вот. Ну, я буду их проходить за кадром, скорее всего, но посмотрим. Так, 2-2-2. Бить не надо. Не пробиваю два отдельных удара, а вот два вместе я его должен пробивать. Дунки. Ну, не больно, не страшно. И твоя, феромонная аура меня никак не пугает. Блин, ну надо пробивать по полной. Перестарался, конечно, но... Там один удар всего лишь. Он бы легко мог отбиться, но почему-то этого не сделал. Так, 5 ударов, он атакует на 3, 4. На 3 всего лишь, это нехорошо, конечно. Всего лишь на 3. Ой, у него 7 косарей жизни, ребята. Так, ну 2, я, может, и перестарался, но... У него все-таки 6. 6 на 500. Много. Атакует на 4. Вот так вот приходится бить. Представляете себе? Целых 5 ударов. Хватило в данном случае и 4, но... так, а Долли Харинхопс все-таки у него 4 400 поменьше. 5. Атакует на 4. И это круто. Ну, я его за 4 легко пробью своим Ромалиозавром. Они очень сопоставимы по моделям. И, наверное, у них еще и одинаковая анимашка. семьсот сила удара. И прекрасный парусник повержен. Подводным драконом. Он напоминает дракона. Такая еще каменная такая какая-то чешуя, типа у него вдоль позвоночника идет. А я вот только присмотрелся вот на той картинке. У Индоминуса так красиво прорисованы шипы красные. Так, 100 баксов, 1000 генов и Элас Матери, шерстистый носорог. Так, ну, что ж, на этом тогда я серику заканчиваю. Вы не забудьте подписаться на канал Реца, если еще не подписались. И поставить и там, и тут как можно больше лайков. Чем больше лайков, тем круче. А на этом все. Всем пока, ребята.